Хочешь посмотреть качественные и классные видео? Тогда советую зайти на канал Мистера Грифона. У него тут Bed Wars, Блок Пати, Битва Мобов и многое другое. Заходим и подписываемся. И всем привет, дорогие друзья, с вами Экстер и Эд. Всем привет, друзья. А, и на чем мы сегодня играем? Мы сегодня играем на Майнплексе, мини-режим под названием Ship Quest. Погнали, друзья. То есть тырить овец. Да-да-да. Такие воры в законе. Да, вообще. У меня, по сути, 3000 кемзов, но я не хочу покупать лучника. Я хочу меч. А лучник есть неплохой, кстати, говорят. Я стреляющий плохой. Вот. Итальяне! Нету! Кстати, напиши мы нет. На русском другой. Нет! Какой Италия? Какой Италия? Дурак. Я как раз вовремя взглянул. Так, ты где? Вот ты. Я вот здесь, да. Я вот рядом с тобой стою. Так, мы, короче, тащим, да? Тащим. А на прошлой, когда я снимал, вот на этой карте мы тащили, победили. Так, один красный бежит прям, ой, зеленый, точнее, бежит, а мы же за красный. Точнее. Ой, да тут и синий, и зеленый, и хрен. Он за тобой. Ах ты, зараза такая, иди сюда. Падла, иди сюда. Иди сюда. Я даже этого синего не заметил, да. Собирай, дружище. Хорошо будет. Я несу. Все, я донес овечку, у нас одна. У нас одна! Ты зараза, иди сюда, жёлтый! Так, сколько там, где? Next ship, 6 секунд. Чёрт, Нас забирают, да? Не забирают, просто на спауне это... У нас синий на базе, понимаешь? Ну как бы... давай, хорошо, всё. Падла, она моё. Надо, короче, знаешь как? Один охраняет, другой берет. Блин, у нас красный на базе. А, синий. Зеленый. Нифига их тут трое на меня полетели, это ужас же какой-то. Это что за дела такие? Ну-ка, надо командой. Помогай, давай все. Тащим. Это возьми бей. Могу. Хорош, просто бог. Вообще. Давай, Андрей, постою, да. Вот. Сколько там? 7 секунд до следующей. Да. Ребят, мне хорошая новость. Мне наконец-то закончились военно-полевые сборы. Это круто. А кто не знает, это, короче, мы типа готовимся к армии и все дела. Но мне, конечно, неохота, это всем неохота, потому что это не очень круто. Ой, там борьба, борьба, слушай. Желтый и синий бьют. Я издалека наблюдаю за тобой. Есть, я убил одного. Хорош. Овца! Беги обратно, я спасу тебя. Не. Нормально, все хорошо. Овца! Ты куда? Стой. Все нормально. Да они все на меня нападают-то. Что ж, вы овцу-то не... Убейте. Синего. Я забрал овцу. Есть. Все, отлично. Наши принесли, все. Мы хоть на втором месте. Ну так. Да, хорошо. Я беру овцу. Беги. Я бегу. Блин, я не вижу из-за ее ноги. Два раза жми на пробел. Да я нажал вроде. Нажал уже, да? Просто из-за веса как бы... Шо, нам гоняют. Из-за веса... Следующий возьми. Так, я тебя, значит... Да, прикрывай. Так, 2, 1 и 0. Давай, подай. Бери. Синий! Падла! Падла, синий, иди сюда. Ты друг мой. Ну-ка, давай, бьем. Отлично, мы били его. Я забираю всю. Все, улетаю. У-ху! Суем. Ну, побеждалки. Все, отлично. Молодцы. Вау, слушай, ты его тащишь, сейчас я помогу. Могу. Есть, убили. Ой, хорош. Я его убил. Бери и уходи. Блин, у меня... Там один же чувак. Желтый, я понимаю, да? Нет, на все к нашей базе. Он убежал, сори. Синий, ты чё? Свинья, ты чё? Мы идем на... Мы на первом месте, всё, я тебя дефаю, теперь тупо дефаю. Я тупо тут убиваю всех. К нам желтый! Видите? Ха-ха-ха. Блин. Синий, вса! Моя. Убил одного синего, отлично. Я несу овцу. Несёшь? Да. Нас там несут, получается. Синий к нам. Свинья, блин. Нам желтые бегут, понимаешь, там просто толпень. У нас синий все убил. А желтый, подожди, там много желтые бегут. Забирай двоих. А! Духовечек забрал. Падла! Чёрт. Два раза пробил, ну если ты... Так я бегу, а он тоже так бежит. Вот падлы-то какие. А, убили. Зараза, иди сюда, на. Надо охранять. Я одного убил. Блин, все хотят бежать, все куда-то спешат, а и охранять кто? У нас ноль вообще овец. Отлично, я забрал одного, и я ухожу. А, отлично, да я донесу у них овцу.
Беги. Я забрал одну в суну, не знаю, что за это получится. Иди отсюда. Давай этого чувака убивай, отлично, забирай всю. Вса, ко мне. Спинку. Ух, сука, эпика-то. Блин, у нас только две овцы. Все, отлично. Я буду тут сторожить. Да, сторожи их. Тем временем я пробегусь. Там чувак сзади тебя, он, наверное, защищает. Желтый к нам. Да сколько их там, боже мой. Давай, блин, меня слили. Я видел, все. Два желтых к нам. Все. Мы проиграли, мне кажется, на плане. Но овец нет уже, все. Так, пусть они, что с них? Они на первом месте вообще идут. У них только один на дефе стоит, так что можно, в принципе, пройти немного со стороны к ним, да? К нам всегда синяя свинья бежит. Да, свинья. Умер, игрок. Блин, у нас одна овца. Я синего убил, все, отлично, сейчас забираю у синих, значит, да? Видишь ли сила в мече? Так, я бегу. Надо меч покупать. Не вижу, куда я бегу, но я, наверное, правильно, да? Синий сейчас сзади, кстати. Отходи. Синий! Как? А мы на третьем месте, мы на последнем. Мы как бы победили уже, все, а почему он овцу-то нес? А все равно, знаешь, как бы там несется овца. А. Слушай, ребят, мы перемещаемся на следующую карту. Ну что ж, ребята, это вторая карта от нас для вас. Бля, там чувак без скина. Какашки. Это ужас. Так, ну ладно. Бежим сразу на центр, да? Отбивать, значит, овцу. Уйти за засранцев. Сейчас, да, по-любому защищать ничего не надо там. О, тут какая борьба идет. Я молодец. Да что она не долетела отсюда, иди, овца. Меня убили. Тебя убили? Ой. Да. Это плохо. Здесь по три человека команда идет, так что, в принципе, это неплохо. Но чувак у нас... без скина, который молодец. О, слушай, он реально молодец. Я буду защищать там. Тут, короче, чувак к нам просто... подкрался такой, думал, овцу стырить. Падла ты какая. Его замочил. Зараза, меня убили. Ну ладно. Убили? Наш несет. Да. И мы уже идем на первом месте, тоже хорошо. Надо так держаться, я буду охранять чисто. Давай чисто на дефе стой тогда, я пойду. А, не стреляют. Зараза, стреляют даже. Угу. Я по-пике овцу заберу с центра, да и все, давай. Печка, оп. Ах ты, зараза, иди сюда. Желтый падла. Дерзкий. Чё ты такой дерзкий? А, сколько они... О, как в смысле? У нас две овцы сразу тима? Взяли. Наша тима, а вот наша тима. Это значит, вот ничего. А-а-а, тут куча просто, блин. Стоп, а где наши овцы все? У нас украли синий, вот одна идет. А вот она идет, только идите ко мне, родная. Я уже забыл, что тут спринт можно делать, два раза на пробел нажать. Ты забыл про это? Я тебе говорю, да. Наши майны. Ладно, так, мы бежим, сейчас бежим к синим, да? Я буду тупо в центре сидеть, потому что я тогда в разные стороны бежал и не увидел, не заметил. Беги, чувак, я тебя заспекаю. Опа, желтый к нам. Два желтых, черт. Наш несет, очень много овец. Не зараза, надо иди их... Иди сюда, на. Одного убили, второго. Давай, овцы. Мы это убиваем, нет, что убивать. Синяя овца бежит. Так, еще синий, еще не синий. Ой, я донес. Еще одна овца к ним бежит, черт. Он забирает, желтый забирает двух овец. Да какого хрена тут и синий, блин, и желтый. Знаешь, такое ощущение, как будто мы, блин, у них главный этот потенциал. Да. Пипец. Так хвынуло, то. У нас одна овца. И у меня две жизни всего лишь. Все, я бегу. Они меня не видят. И это охрененно. О, да. Один за тобой, кстати, пошел. Я не вижу, куда я бегу. Сраные овцы. Меня убили, черт. Овцы, быстрее. Ой, хорошо. Фух. Все, я тебя тупо на дефе стою. Тупо на дефе. Мы на первом месте пошли. У нас 7 овец, чувак. Ну как-то сливайтесь, да, эти баби. А, все, слез, фух. Так, отлично, так, вообще бежит. А, давай вдвоем на дефе. К нам синий, падла. Стой, отходи, помогать. Могу. Он с луком, кстати. Да хрен с этого лучника. Обратно отходим, чтобы нас не забирали овец. Фиг с ним, пускай что хочет делать. Нам главное... А сейчас же дефенс жесткий, потому что осталось полторы минуты. Угу. Вот. У нас, кстати, самое большое количество. Так я и говорю, что нам надо дефенс. Гля, они как версия дадут. Так, стоп, овца, я пошел, походу. Давай, пробуй. Я тогда все равно стоим дефи. Отлично, наш еще несет до хрена овец. Ох ты, нифига себе, слушай, быстрый. Что такой дерзкий, друг мой. У меня овца упала.
Хорошо, убили. 10 овец против двух просто. На втором месте желтый с двумя. Зеленый, зеленый к нам. Зеленый нас. Убейте, убейте, убейте. Все отлично, забрать он. А, желтый. Блин, к нам просто со всех сторон. Синий там бежит. Вот это лавра. Кстати, желтый лавра. Меня убили, синий, синий справа. Все, убили. Убили, отлично. Я сколько просто там минут? Не трачу лишний раз, вот. У нас одна минута. А мы успеем, в принципе, 40 секунд, 40 секунд, понимаешь, остался всего лишь проезжаться какие-то 40 если секунд. Мы с 12-ми овец... Останемся так, типа, но, блин, да, правда, Килаура вот. Ух, чувак спас просто меня. У него Килаура там. Да, да это видно, что Килаурщик, понимаешь, ну блин, это напрягает. Сколько секунд? 20 секунд? 20 секунд? Да-да-да. Надо продержаться. Ну, по-любому, если украдут, то, так, я думаю, 10 овец за раз не украдут. Иди сюда, Келаурщик, блин. Не надо, не делай, просто пусти. Меня убили, Келаура. Не надо, не надо. Слушай, я сейчас возоржусь. Вы чё, ребят? Вы чё делаете, да все уроды? Фух. Это играет пока на руку. Желтый бьется. Сначала желтый. Они просто бились одного другого, все. Одна секунда. Не, мы выиграли, да. Ура! Зрители просто отцы. Ребят, короче, с вас просто один большущий лайк за такую игру, потому что мы старались, мы пытались для вас записать хорошую серию, да? Вот. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить большой палец вверх, потому что мы старались записать данную серию, ведь реально, потому что так тащить, но ведь не каждый так сможет, да? Вот. Ну а с вами был Эд и Экстер. Всем удачи, новых встреч, всем пока, друзья.